Мотоциклы, мотоциклы, мотоциклы. Абсолютно разные, но такие классные. Сколько их было на этом канале? Уже много, а будет еще больше. Но что такое мотоцикл без седока? Без своего наездника? Он тих и холоден. Он даже стоять может, только при помощи подножки. Поэтому пришла пора говорить здесь о людях. О тех, кто оживляет железных коней и пишет неповторимые истории рисунком протектора. Всем привет! Это Ксю и канал Road to Motion. Мы открываем рубрику «Мотоперсона». С чего начать? Давайте начнем с путешествия. С большого путешествия человека и его мотоцикла. И если быть точными, с первого путешествия человека, который никогда никуда раньше не ездил на мотоцикле, да и сидел на нем всего несколько раз до принятия решения, который получил права категории А всего за полтора месяца до старта, а потом отправился в путь и за 4 года проехал 200 тысяч километров на мотоцикле. Наш герой сегодня – Олег Харитонов. Привет! Привет! Ну что, это правда, что ты не был мотоциклистом до этого путешествия? Я и сейчас не мотоциклист. Тогда давай все-таки по порядку. Главный глупый вопрос, но я все-таки не могу его не задать. Зачем? Вот зачем все это было? Это уже несколько раз зачем оно поменялось. И сейчас оно приходит к новым смыслам. Уезжаем мы все за красивыми картинками. А потом мы начинаем там расти. И когда мы приезжаем, рост продолжается. Вообще, кругосветное путешествие в наше время не такая уж дикая вещь. Многие люди ездят, многие люди мечтают об этом. Кто-то вкладывает в это понятие вообще какой-то свой смысл, какие-то свои маршруты. Но совершенно точно, что никто бы не отказался от этого мероприятия в своей жизни. Вот если бы кто-нибудь ему это дал, или если бы оно как-нибудь сложилось, открой нам завесу тайны. Как ты проходил вот этот путь от «хочу, но это нереально» до «вот я выезжаю», вот основные вехи? Ну, мне и хотелось сделать нереально. Сейчас я понимаю, что это смешно, потому что уехать в путешествие в такое не стоит ничего. То есть каждый это может сделать легко. Но тогда мне это казалось нереально. Ты просто ставишь себе цель, и ты себе даешь понять, что что бы ни случилось, ты все равно уедешь. Не сложится у тебя со спонсором, не сложится у тебя с мотоциклом, не сложится у тебя с экипировкой. Не будет просто колес, ты просто наденешь ботинки и пойдешь. Важна вот эта решимость. Решимость внутри себя, что ты это сделаешь в любом случае, чего бы это ни стоило. Как решался вопрос, отпустит ли семья? Вот 4 года – это все-таки фантастический срок. И чтобы от близких уехать на 4 года – это… Это, наверное, самая большая проблема, которую может столкнуться человек, потому что, конечно, если в этот момент я по-настоящему любил, я бы не уехал. На чашу весов ты всегда что-то кладешь, всегда ты чем-то жертвуешь и что-то приобретаешь. Сделав этот поступок, я надеюсь, что мои дети не слушая меня, а глядя на то, что я делаю, поймут, что в жизни важно делать поступки. Важно делать что-то по-настоящему. Не то, куда тебя толкает общество, куда тебя толкают ценности, навязанные чаще всего, а то, куда тебя зовет твоя душа и твое призвание прежде всего. Как решался вопрос с финансированием? 200 тысяч километров. Сколько это стоит вот так 4 года кататься? Не считая подготовки к путешествию, получилось, что $1500 в среднем в месяц. Это были свои деньги, которые вот лежали, я собрал и поехал, я могу? Или это как-то добывалось? Потому что большинство людей, даже те, кто очень хотят и собираются, и готовы выйти пешком, почему-то это главная причина. О, богатенькие там себе поехали, а я вот не могу, сорян, не получается. Мне повезло, у меня образовались хорошие спонсоры, очень много людей откликнулось, поддержали меня необходимым снаряжением. Очень сильно мне помогли друзья с организацией работ по мотоциклу. В компании U-Power было 90% сделано этого мотоцикла, хотя ребята, они не специализируются на мотоциклах, для них мотоцикл был первый опыт, они вообще занимаются выпускными системами. Но просто фанаты техники и увлеклись, и искали давай делать. И это уже очень сильно
облегчило ситуацию с бюджетом на старте. А старт — это вообще в путешествии самое сложное. Мне как повезло с поддержкой, так мне не повезло с ситуацией. Когда я уехал, в принципе, у меня складывалась неплохая ситуация по спонсорам. Но вы помните конец 2014 года, когда я на старте доллар стоил 35 рублей, когда я доехал до Владика, он уже стоил 70 тогда. Во Владивостоке я понял, что мне ехать дальше не на что. И вот здесь на самом деле срабатывает механизм, который срабатывает всегда в жизни, когда ты чего-то очень сильно хочешь и решаешься. Я уже наметил план возвращения. Все мне позвонили и сказали: Олег, ну все, ты там ехал по Монголии, ты ехал по минус 20 зимой по Транссибу, все, ты всем все доказал, не стыдно вернуться, такая ситуация, все поймут. И действительно, было понятно, что все поймут, я лег спать с этими мыслями, что все, я возвращаюсь, но лежа, я так думаю, а как же те люди, которые меня провожали, кто ночью, вот эти вот там человек 10, которые последние 3 дня крутились вокруг мотоцикла, половину из них я не знал, кто это такие. Я их первый раз видел, но эти люди, они верили, что этот парень совершенно не подготовленный, никакой не путешественник, не мотоциклист, он может, значит, и они смогут. И если я не смогу, то, конечно, все поймут, у меня куча было объективных причин, но это же будет все равно не смог. Ты лежишь, думаешь: нет, блин, я еду. Все, я мне еду. Мне надо. Ты встаешь, да, в 6 часов утра, потому что ты не можешь спать, потому что у тебя вот так вот уже все, адреналинит, потому что ты должен двигаться дальше. И вдруг тебе звонят люди и говорят: Олег, ты знаешь, я тоже вот всю ночь не спал, мне кажется, тебе надо ехать. И вдруг весь мир начинает говорить: слушай, тебе надо ехать. И вдруг все начинает складываться. И ты понимаешь, что ты едешь дальше. А всего лишь, вот здесь вот ты говорил, это невозможно. И Бог тебе говорит: хорошо, я сделаю, что тебе будет невозможно. А потом ты просто говоришь: нет, я это сделаю. И Бог тебе говорит: ну, хорошо, ты это сделаешь. Вот это тот самый момент принятия решения, когда это не просто решение, лежу на диване, хочу ли я, могу ли я, а когда могу, буду и иду вперед. Давай немножко отбежим назад и поговорим о подготовке. Вот ты не мотоциклист, ты видел мотоцикл в детстве, ты сидел на мотоцикле несколько раз позже, катался, и вот ты принял решение ехать на мотоцикле. Как и за сколько ты сделал себя мотоциклиста и подготовился к оффроду, вот ко всем вот этим ситуациям, вот как вообще? Я вот много лет за рулем, я до сих пор этого не умею. Как? Как? Я не мотоциклист, я путешественник. Почему я решил, что я все-таки не мотоциклист? Там есть какой-то персонаж, по-моему, зовут его Димон. И когда пошел такой хейт жесткий, когда я отправлялся в каких-то там форумах, он сказал: вы знаете, в чем проблема этого парня? Все такие там: в чем он? Он не мотоциклист. И все такие: точно, он не мотоциклист. Вот, потому-то он и не сможет ничего. Как раз. Я решил, что действительно, блин, ну я не мотоциклист. И не надо претендовать на это звание и отнимать у людей там вот эту вот трибуну, не хочу отнимать. Мне больше нравится быть путешественником. Все, что вот как-то может плыть, лететь, ехать, крутиться, все мне интересно. Я технику люблю, я люблю в ней ковыряться, люблю нестандартную. То есть я не могу взять, вот как мне многие говорили: возьми вот просто мотоцикл, зачем ты его делаешь? Возьми, купи и езжай. Хороший мотоцикл. Я не могу, мне это скучно, мне это неинтересно. Я хочу все переделать, сделать по-своему. Вот это будет мой мотоцикл, неповторимый. Я на нем поеду. Вдруг среди этого всего хейта появляется письмо. И пишет мне просто человек: Артем Петрович. Артем, привет. Говорит: парень, слушай, ты, похоже, не представляешь вообще, о чем говоришь. Вообще? Да, давай-ка завтра приходи на тренировку там или послезавтра, не помню. Я тебе дам свой мотоцикл, ты попробуй, что это такое. Я пришел, и я попробовал, что такое эндуро. То есть я увидел этот мопедик, сел на него, и через несколько секунд я уже лежал там в грязи. Вместе с мопедиком. Не понимая, как это произошло. И тут я понял, что надо тренироваться. И начал тренироваться, и спасибо Саше Самойлову, спасибо Мишке. В общем, люди, которые меня тренировали. Я изучил базовые навыки эндуро, и это очень сильно мне помогло в путешествии. И дало, помимо того, что дало, конечно, безопасность, во многих ситуациях я чувствовал себя уверенно, это дало, конечно, еще и возможность оказаться там, где я побывал. Потому что
без этих навыков во многих местах я просто не смог бы даже оказаться, действительно. Давай мы сейчас поподробнее остановимся на твоем мотоцикле, потому что, я думаю, все уже догадались, что раз мы встретились здесь, в гараж 48, то наверняка он стоит где-то вот тут. Покажешь нам его? Где же? Пойдем. Ну, вот он, тот самый мотоцикл, который проехал 200 тысяч под твоим управлением. И знаете что? Я знаю, что у него нет имени, у него нет марки, и кроме как друг ты его не называешь никак. Открой нам, пожалуйста, кто же был для него донором и, собственно, почему он? Донор – очень редкая модель. Она выпускалась всего полтора года, может быть, два. Это BMW X Challenge, которая на самом деле BMW-то и не является, потому что этот мотоцикл имеет происхождение из Италии, фирма Aprilia. Здесь стоит мотор Rotax, итальянская подвеска. И почти на 80% деталей здесь написано «Made in Italy», «Aprilia», ну и представлен там значочек BMW. Выбор был между KTM 690, Honda 650 и Suzuki 650. Он самый на асфальте такой ездибельный. То есть асфальт он переносит лучше всех. При этом он имеет конкурентные вполне себе внедорожные качества. И единственный, кто из них может с ним конкурировать и явно обгоняет, это КТМ. Но для путешествий этот мотоцикл и этот мотор, они уже проверены многолетней эксплуатацией. Да и подвеска. Здесь довольно большие хода. При этом здесь она не зажата в сторону спортивности. То есть здесь совмещены и хода, и довольно большой ресурс. И вот именно это сочетание в этом мотоцикле меня и подкупило. Естественно, мне здесь нужно было все переделать. Он не похож совсем на базовый, но в стоковом варианте это именно BMW G650X. Что в нем ломалось по дороге? Вообще 200 тысяч километров. Многие же считают, что ну не ездят мотоцикл так, тем более меньше литра, ресурс вообще не бывает. В моторе что-нибудь менялось, сделалось? По ошибке я поменял сцепление, потом оказалось, что его менять было не нужно, когда оно уже пришло, но поменял где-то в районе 100 там с чем-то тысяч. По мотору все, да, по мотору резиночки. Вот здесь есть болезнь у этого мотора, это резиночки клапанов, давление масла. Эти резиночки надо просто раз в определенное количество времени менять, это расход. Стоит он там 3 копейки, но надо об этом знать. Это очень надежный мотор, который прощает все, что угодно, который ест любой бензин, вообще любой, и не боится ничего практически. Что в нем менялось? Вот потому что он действительно выглядит только как он один. Что менялось и почему делалось именно так? Вот покажи мне буквально, вот где, что, как и почему так? В базе это голый эндурик, который рассчитан для коротких поездок. То есть, соответственно, бензобак 9 литров. Вместо морды маленькая лампочка, которая ничего не освещает. Очень хороший амортизатор пневмо, который практически ничего не весит, но который имеет ресурс буквально всего 30 тысяч. И вот с этим амортизатором я попал много раз. То есть, со штатным? Да, их пневма поменялась 3 раза, потом экспериментировал с другими. Пока ребята из Shock Therapy не прислали мне в Африку вот этот амортизатор, который стоит сейчас. И этот амортизатор, ну, по сути, больше 100 тысяч прошел. То, что делалось перед стартом, ну, это прежде всего вот эта конструкция, то есть это правильный... Мордочка. Да, мордочка, да. Морда, это же девочка. Это парень у меня. Он, да? Да, он самец, у него там даже где-то есть эти признаки. Вот. У него морда с хорошим светом, здесь стоит ксенон, две вот эти вот светодиодные полосочки, которые... Ярко светят? Которые светят ярко, они ничего, в принципе, не освещают, но они всем машинам и всем участникам движения показывают довольно с большой дистанции, что кто-то, какой-то мотоцикл тут едет. То есть очень удобная штука. Даже когда ты просто останавливаешься, ставишь палатку, ты темно, ты просто включил этот свет, он практически не расходует батарею.
и вокруг тебе все освещает, очень удобно. Здесь же, в этом мотоцикле, есть вот один из тумблеров. Это тумблер, который выключает весь свет на мотоцикле, в том числе стоп-сигнал. Это на тот случай, если тебе надо... Спрятаться, просто свернуть на ночевку с дороги, чтобы поставить палатку, где тебя никто не увидит. Где он? Видишь, здесь написано «выбор вида работы». Либо вот. Работает, либо не работает. Да. Либо работает хорошо. Кстати, знаешь, откуда вот эти таблички? Откуда? Это оборудование, которое было завезено на Кубу в момент кубинского кризиса для запуска наших ракет. И реально, вот я попросил ребят, там оно уже, конечно, старое, брошенное это оборудование, они отковыряли вот эти вот мне таблички, и вот они на этом мотоцикле. Ручной запуск. Ну, наверное, это не ручной запуск ракеты, конечно, но что-то вот к этой теме имело отношение. Вот эта вот штука всех интересует, что это такое, это плюс. От аккумулятора идет мощный кабель, и вот сюда я, если что-то с аккумулятором, мне не надо там его искать, вскрывать и так далее, просто сюда подключаем клемму, провод, и я могу удобно зарядить, да, мотоцикл. Естественно, навигация. Здесь у меня два навигатора. Один навигатор зума такой обычный, распространенный, который в основном больше рассчитан для дорог, для асфальта, для города. И Montana, который загружает топографические карты, который, в общем-то, на оффроуде практически незаменим. Также здесь вот с этой стороны автосмазчик Харитон Ойлер. Вот ты едешь, залился в маслице, и ты все время пока... А сколько у тебя там еще есть? Чтобы его, не да? лазить туда. Плюс вот смотреть. Здесь у меня регулировка. То есть, когда я еду, сухой асфальт, я делаю минимум. Когда начинается дождь, я прибавляю. Когда я выезжаю на песок, я просто открываю так, чтобы это все лилось ручьем. Лилось, да. Цепь благодаря этому сохраняется. Масло сюда можно лить, в отличие от фирменных аналогов, любое. Я в Африке заливал сюда и просто пальмовое масло, которое они для готовки используют. И цепь точно так же прекрасно, в общем-то, сохранялась. И вот после его установки цепь у меня ходила, при том, что мотоцикл очень нагруженный, и цепь на этом мотоцикле неоправданно тонкая для него, она ходила по 45 тысяч. Морда была как вот база для того, чтобы на ней все разместить, сделано в Москве. Но остальное уже, да, уже было в дороге. Ну вот, а какие инструменты должны быть с собой в дороге? Потому что, чтобы все вот это сделать, чтобы его обслужить, и при этом много на мотоцикле с собой не возьмешь, сервис не положишь с собой в багажник. Очень небольшой набор, то есть порядка там, ну не знаю, 10 ключей какие-то еще там. То есть все это умещается вот в такую небольшую сумочку мотоцикла. Ключи подобраны, потому что мотоцикл собирался, разбирался. И все ключи универсальные, решают несколько задач. И в принципе, это, то есть достаточно для того, чтобы в полевых условиях разобрать практически весь мотоцикл. На фото вот вы сейчас видите крепление подсумки спереди и вот крепление подсумки сзади. Давай поговорим о них, что это такое, потому что систем такое не видела никогда. Во-первых, здесь стоит даже не о самой системе больше поговорить, а о сумках, потому что сумки действительно получились уникальные. Их очень легко и быстро установить, их невозможно потерять, их невозможно там порезать, с какими-то там палками пробить. Камни в них можно возить, с ними ничего не будет. Приятно было с ним познакомиться. Пойдем ты нам дальше о путешествии расскажешь. Ну что, мотоцикл готов, и твой путь начался. Я знаю, что невозможно рассказать об этом в двух словах или даже в двух миллионах слов. Но давай поговорим об эмоциях. Все же наш канал Road Emotional, он об этом. Когда было весело? Вот так, чтобы смеялся до слез. Ты знаешь, был интересный момент. Это было в Колумбии. Я что-то там нарушил. Меня остановили колумбийские полицейские. Они такие коррупционеры знатные. И у меня на мотоцикле на ручках вот эти вот защитные рукава для рук. И в одном из них у меня всегда лежал перцовый баллончик на случай чего. И они у меня там в этот момент спрашивают какие-то деньги. Я делаю вид, что не понимаю. И один со мной держит в руках мои права, все пытается у меня что-то там выманить. А другой ходит вокруг мотоцикла и все заглядывает. И тут он видит, что-то лежит в рукаве. Достает этот перцовый баллончик, а потом он делает так. Пшк. Вот, да. Мне кажется, тебе тогда точно было весело. Вопрос, насколько было весело им, что они сделали потом? Я не сорил, что они сделали, я просто забрал права и уехал. Как происходила коммуникация? То есть жесты, они жестами, но все-таки не все можно объяснить? Или все-таки все?
Слушай, ну все. Есть же белорусский известный путешественник глухонемой, который объехал весь мир. Ну и вот вам, пожалуйста. А я-то даже не глухонемой. Я еще что-то слышу и могу реагировать. Когда два человека хотят друг друга понять, они друг друга понимают вне зависимости, на каком языке они говорят. Когда человека два не хотят друг друга понять, и мы это много раз наверняка в жизни их встречали. Их даже родной язык никак не сблизит. И бесполезно. Ты им говоришь черный, он тебе говорит белый. У меня был хороший пример. Это Иран. Мои друзья в Тигране, которые русскоговорящие, когда я ехал к границе с Туркменией, они говорят, по пути будет городок. Там живет наш родственник, дядя Парвас. Остановись у него, переночуешь, ему будет приятно, и тебе будет где остановиться. Первые какие-то минуты, да, это вот чувство неловкости, потому что он не знает ничего, кроме персидского, я не знаю ничего, кроме русского. Но потом какие-то достал альбомы с фотографиями, мы начали что-то смотреть, увидели там мотоцикл, начали обсуждать. И вот мы уже с ним сидим и разговариваем на самые разные темы. Он уже рассказывает, что у нас схожая трагедия оказалась у него, и у меня умерла любимая женщина, которая оставила память на всю жизнь. Когда я от него уезжал, он мусульманин, он держал Коран, я прошел 3 раза под этим Кораном, несмотря на то, что я православный. Он полил воды мне вслед. По местной традиции я уехал. И вот это прощание было, оно было очень трогательным. Оно было действительно до слез, потому что вот мы с ним всю ночь проговорили. И вот я еду, я думаю, господи, как же я мог с ним говорить всю ночь, на каком языке? И я пытаюсь вспомнить, как я говорил. У меня в памяти, как будто он со мной разговаривал на русском языке. Ну хорошо, а когда вот было грустно, когда ты тосковал больше всего, и почему ты больше всего тосковал? Допустим, когда я уже заболел малярией, я еще об этом не знал, в Габоне, где совершенно ничего не предполагало, никаких неприятностей, вдруг на границе, я помню, я просыпаюсь в этом, там, я не знаю, даже отельчиком это не назовешь, бомжатнички в этом. И вдруг у меня такая тоска, у меня слезы ручьем, и я не могу понять, что со мной происходит. Это была малярия же, потому что она очень сильно действует на нервную систему. Но вот в этот момент действительно, если бы я не знал, что это закончится, то это было бы, я не знаю, во что бы это в итоге вылилось. Но я понимал, что да, Олег, тебе сейчас жутко хреново, но ты помнишь, что это закончится и дальше будет все нормально. Мне кажется, это даже для жизни очень хорошо. Да, вот я как раз хотел сказать, что имейте в виду, когда вам хреново очень, это хорошо, что уже это наступило. Значит, это скоро закончится, и дальше будет все нормально. Когда подъем, обязательно будет спуск. Когда спуск, обязательно будет подъем. То есть, когда вам очень хорошо, готовьтесь, обязательно будет что-то такое. А когда вам что-то такое, то готовьтесь, скоро будет очень хорошо. Вот это была малярия с тобой. Как вообще там, где-то в неведомой стране, где люди могут либо захотеть тебя понимать, либо не захотеть, как ты лечился, как ты вытащился из этой ситуации? Дело серьезное же. У меня малярия проявилась очень резко и очень сильно. То есть моя палатка стояла на территории отеля. Но мне не хватало сил вылезти из палатки, то есть я не мог физически. Единственное, что мне хватило сил, это набрать друзьям смс-ку, и они уже нашли в Фейсбуке бразильца-мотопутешественника, который они знали где-то неподалеку от меня, связались с ним, и он приехал, вытащил меня из палатки, отвез в больницу, и уже там сделали тест и выяснили, что малярия. Слава Богу, и я хочу передать привет и благодарность посольству России в Бразавиле, Конго, за по-настоящему теплый прием, настоящую заботу. Наш теплый, большой, белый, профессиональный доктор в чистом помещении сделал мне хорошую, правильную, чистую иглой капельницу. Все путешествие – это познание того, насколько кто такие вообще люди и насколько мы зависимы друг от друга. А когда ты испытывал самую большую гордость, вот во время путешествия, вот вспомни момент, ты гордился за себя или за кого-то другого, вот именно ощущение гордости? Я не знаю, как это чувство назвать. Я испытывал много раз, когда мне люди
писали, звонили, говорили после наших встреч, после встреч, которые я организовывал в разных странах, или просто после каких-то частных, случайных встреч, когда мне люди звонили, говорили: «Олег, вот благодаря встрече с тобой, вот у меня изменилась жизнь. Кто-то очень давно хотел, не решался, и вот теперь, после нашего там разговора, после этого всего, что-то сместилось, сдвинулось с мертвой точки и началось». Люди в большинстве своем на все хорошее-то заряжены. То у нас комплекс сидит, что вот это невозможно. И вдруг приезжает какой-то парень, который вот просто взял, собрался и поехал. И они думают: блин, ну если он смог, а что я-то не смогу? И все, и у них все начинает шевелиться, они начинают это делать, и все получается. Их было много, этих моментов, и вот я точно могу сказать, что я съездил не просто так. А когда тебе было больше всего страшно? Вот самый прям вот животный, дикий страх. Страшно я прям помню, да. Страшно это было мне в Пакистане. Когда я понял, что передо мной сидит человек, который связан с Талибаном, и я уже давно не нахожусь в безопасности, вопросы, которые он задает, совсем не похожи на вопросы друга, к которому я изначально ехал. И когда в довершение к этой ситуации вдруг открывается дверь и заходят два человека, такие в черном одеты полностью, и идут в мою сторону, вот в этот момент вот действительно мне стало прям вот жутко страшно. Спаслась ситуация, просто там что-то там сыграл, быстро пошел к выходу, говорю: пошли. И там их нерешимость, их неготовность тоже к тому, что я так активно пошел к выходу. И спасло то, что, конечно, появился настоящий человек, который не выдавал себя за моего друга, а настоящий надежный человек-друг, который ситуацию сразу изменилась. Какие были самые сложные дороги? Вот ты готовился, ты проходил курсы эндуро, ты получал базовые навыки, но какие были вот самые сложные дороги, которые ты бы даже никогда не мог представить, что там можно проехать, и как ты через них проходил? Ты ведь ехал один. Когда люди путешествуют на эндуро 2-3 мотоцикла, ну ладно, один свалился быстренько, второй ему поднял, там как-то они скооперировались, ты идешь один, автономно, ты умеешь не все. Как ты справлялся в этих ситуациях? И где это было? Наверное, две были самые сложные. Одна из них – дорога в Мухтинат. Довольно короткая, вверх, через самое глубокое ущелье в мире. Между двух восьмитысячников ты проходишь, там потрясающая красота. И одна из самых значимых святынь буддийских – это храм Мухтинат, к которому очень красиво подняться. Мне посоветовал мой очень хороший друг Виталя, привет, если слышишь. Совсем недавно прошедшее землетрясение, которое было очень сильное в Непале в 2015 году, и сезон дождей. Вот эти два фактора превратили эту дорогу в месиво. Там сошла сель. Самый сложный – 150 километров, который я ехал больше 3 дней. Это было просто вот на воле, на зубах, совершенно с пострадавшим мотоциклом, без заднего амортизатора, просто на... На честном слове, на одном крыле. Да. И все это на высоту. И был мой первый опыт такой сложный, по-настоящему очень сложной дороги. И сейчас вспоминаю про нее, и спуск оттуда тоже, это было что-то неимоверное. И вторая дорога – это, прежде всего, конечно, моя ошибка, моя неопытность, моя халатность. Когда я поехал в пустыне Атакамы, из города Сан-Педро-Атакамы, в 250 километрах от этого города есть кратер метеоритный. Он находится на приличной высоте, 3700 метров, и это самая сухая пустыня в мире. И там действительно нет никого. Взял с собой 2 литра воды и пакет молока, рассчитывая, ну что там, 200 километров, переночую и с утра вернусь назад. А с утра я решил поехать незнакомой дорогой, это была еще моя одна ошибка, срезать таким образом дорогу. Дорога все становилась хуже, песок становился все более вязкий, перемешка с камнями, что не давало разогнаться на песке для того, чтобы мотоцикл вышел вот на этот глиссер на песке, да, на определенной скорости. Постоянные падения, и в один момент просто у меня кончились силы, и вместе с ними кончилась вода. Это был действительно момент, когда ты понимаешь, что всего лишь 200 километров. И сейчас у тебя больше нет сил, чтобы поднять мотоцикл. Ты ложишься в тени мотоцикла, закрываешь визор, чтобы там не выветривалась лишняя влага.
отключаешься, потом открываешь глаза и видишь этих вот, я не знаю, как эти жучки в пустыне называются, они такие вот черненькие, такие кругленькие, у них такие корявенькие лапки. И вот эти жучки несколько, они в метре от тебя стоят несколько и смотрят на тебя. И ты понимаешь, чего они ждут. О, да. И вот это вот состояние такое. Нет, я вам не дамся, ребята. Страх делает чудеса. То есть туда я ехал, я боялся упасть, я как-то берег себя. И обратно, когда перестаешь себя беречь, когда ты просто открываешь газ, потому что понимаешь, что все, это последний твой шанс, и когда ты летишь, буквально не разбирая дороги, оказывается, что запас-то был велик. Именно так на мотоцикле-то ездить и надо. Что бы ты изменил или сделал иначе, если бы знал до старта то, что знаешь сейчас? Я бы раньше уехал, лет на 20. Когда ехал, я смотрю на европейцев, на молодых ребят, которые путешествуют по миру там в 20 лет, в 20 с копейками. И я понимаю, что у них потом лет через 20, там, ну, когда мои ровесники они станут, у них есть возможность уже второй раз поехать. И уже сравнить, как этот, какой мир был тогда и какой он стал сейчас. И путешествие дает очень-очень много. В путешествии жизнь спрессована в короткий промежуток времени. И в отличие от обычной жизни, где причина и следствие на очень большом расстоянии друг от друга, мы не видим их связи. В путешествии события и следствия происходят одно за другим очень в коротком промежутке времени. У тебя получается осознать, что из чего следует. Ты уже потом просто знаешь это как закон, что это работает так, что тебе, есть у тебя просто формула, что если тебе что-то нужно, ты просто должен сказать: я сделаю. И вдруг все получается. Путешествие – это путь к Богу тоже. Представь, что нас смотрят люди, которых есть возможность посетить всего 3 места на Земле. Так вот получилось. Вот абсолютно любых, но всего лишь 3 и больше никаких. Вот что бы ты посоветовал увидеть, какие 3 места? Всего 3. И почему? Я не назову тебе эти 3 места. Они все в каком-то контексте. Если мы говорим о самых красивых видах, то это, конечно, там вот какие-нибудь горы, Гималаи. Если мы говорим о самых там ярких людях, то это будет, конечно, там, где страны, где все не так хорошо, потому что именно там проявляются самые лучшие человеческие качества. Если мы будем говорить о комфорте, ну, тогда уже вообще все просто. Когда ты приезжаешь через 4 года домой, вот никакого места нельзя сравнить по ощущениям, когда ты приезжаешь домой. Никакие Гималаи, вершины, океаны, там все что угодно не сравнятся с твоей улицей, с твоей лавочкой, подъездом, когда ты возвращаешься к нему через 4 года. Когда ты едешь по Москве и думаешь: Господи, где в мире может быть красивый город? Где красивые люди? Что же это за вообще Бог создал? Как вот это вот? Ничего в мире нет лучше. Вот, наверное, не место, а состояние вот это вот испытать. Вот круче нет ничего. Можно ехать вот прям в любые места, чем дальше, тем лучше. В мире 3 сами выбирайте, подольше-то там оставайтесь. И потом возвращайтесь. И вот это вот будет и есть самый кайф. Что дальше? Куда ты собираешься ехать и собираешься ли ты ехать? Да. Я буду ездить теперь бесконечно. Вот. Но так как школу кругосветки я прошел, больше повторять я не собираюсь, во всяком случае, там лет 20-30 ближайших. Но я буду делать вылазки. И сейчас мы уже можем открыть завесу тайны. Олег собирается вот на этом, в Африку. За путешествием можно будет следить у него на канале. Вообще большое спасибо, что был сегодня с нами и всем этим поделился. Это было на самом деле здорово. Теперь каждый из нас может представить свою самую смелую мечту
и понять, что она на самом деле гораздо ближе, чем нам кажется. Самое большое, в чем мы ограничены, это время. Все остальные возможности, они намного более эластичны. Поэтому, если вам очень давно хотелось что-то сделать, самое лучшее время для этого – сейчас. Если захотите поделиться своими мечтами и планами по их осуществлению, обязательно планами, как вы это будете делать. Я очень жду вас в комментариях. Ну а мы с вами увидимся в следующую среду. И не переключайтесь, дальше будет только интереснее. Пока-пока!